Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за Бобра Бетси. Но перед этим, ребятки, еще небольшой конкурс один. Разработчики тоже публиковали еще вчера. Я забыл про него рассказать. В общем, там в чем суть. Тут конкурс просто рандомный на 3000 алмазов. То есть будет 5 победителей, если не ошибаюсь, где-то было здесь написано. Вот, 5 победителей, да. Которые получат 3000 алмазов, а если ваш персонаж будет выше 15 уровня, то еще 1500 сверху. В чем суть? В Фейсбуке у них есть конкурс. Вам, ты в этом указываете как вроде бы ID, и это будет как розыгрыш использоваться. То есть указали свой ID, и возможно вы получите 3000 алмазов, а если у вас будет персонаж 15 уровня, то 1500 сверху. Ну, в общем, непонятно немножечко как это что, но кто хочет, как говорится, включите VPN-чик, запускайте фейсбучик, кому нужно, да, и участвуйте. Потому что, ну, алмазики на халяву, это приятно. А мы сегодня идем за Бобра Бетси, будем сегодня нагибать, наверное. Хотя, вспоминая Кенгуру Молли, я могу сказать, что это будет очень веселый нагиб, прям люто веселый. Но, надеюсь, будет нормально, адекватно в этот раз. Хотя, ну, команды вы сами знаете, какие сейчас попадаются, просто такие лютые. О, видите, да? А потом оно заберет легендарный дроп и все, как бы. Ну, это стандарт, да, как бы. Как не забрать легендарный дроп, просто в другом, да? Так, ну, вроде бы я успеваю отжать у жирафа лук. Повезло, что никса здесь нету. Очень жестко повезло, на самом деле. Жестко повезло. Опа, копьем вроде попал, но может это не точно. Никс у нас умер, я его спасать не буду. Потому что, ну, этого нет смысла делать никакого вообще. Гранатку закидываем, все закидываем. Аптечку сейчас возьмем. Потому что мне не хватало одной аптечки. Ну и в принципе можно точить, как бы. Только копья не хватает хорошего. Бахаем сейчас по этим гениям, которые там бегают. Так, ну я зайду сюда. Бахнем так. Не будем сейчас давать Никсу возможность помочь как-то. Да блин, что они сзади бегут? Бесят меня. Сзади бегут просто из ниоткуда. Так, бахаем сейчас туда. Надо бы отступить, потому что, ну, как видите, душат немножко противники другого склада уже. Нам же одного склада мало. У нас же еще есть парочка складов, которые душат здесь, да? Гений на бобре меня пытается задушить. Ага, удачи, гений. Еще там ля сколько просто. Посмотрите, сколько здесь бегает. Это жесть просто какая-то. Откуда они столько берутся? Жесть просто какая-то. Нереально. Смотрите, еще кто-то пришел. Откуда их столько? Я их убивать всех не успеваю просто. Просто не успеваю всех убивать. Их настолько много, что это забейте. Они еще в кустах половина прячутся. Вообще не видно никого. Жираф здесь умер у нас. Домой. Так, надо бы спасать жирафа. Хоть как-то. На, бак спасает, хорош. Так. Ну блин, тяжело очень. Очень тяжело, когда прям так душат. Особенно Джей, там все дела. Ну вы видели, в принципе. Фух, ну, сейчас кушаем наше бревно, похилимся. Одна аптечка есть, хотя бы что-то. Можно арморчик сразу залутать. Ну, а теперь можно и пойти и подраться. Опять этот жираф лезет куда-то умирать. Вот тот же жирафская морда, а? Бесит очень сильно. Его это, стремление умереть. Как бы тут нагибаешь, как можешь, да? А оно ходит, еще и умирает. Так, ну мы тут должны изи растащить, по идее. Я тут пока что стенки поставлю. Копья все равно не хватает почему-то бобру. Надо бы дальность, наверное, прокачать побольше. Он в фингрутер полез врываться. Гениально, конечно, что я могу сказать. Я теперь не могу подойти вообще никак. Потому что, ну, сами понимаете. Так, ну бахаем здесь. Ну, конечно! А теперь они меня бросают, смотрите просто. Видите это, да, дичь? Вот моя команда типичная. Просто ты их спасаешь, они тебя бросают. Попробую съесть сейчас бревно. Тут аптечка была, ё-моё. А, ну вот понимаете, да, ну три сквада душат с трех сторон, это нормально, да. А, капец просто, просто капец. Даже легендарного лука не хватило, чтобы затащить это. Понимаете, легендарного лука не хватило. Жесть. Просто жесть. Какой же я везучий, прям нечто. Фух, ладно. Вот просто после кенгуру, вот одно и то же, одно и то же. Команда каких-то недалеких. Ты нереально дамажишь, и этого все равно не хватает.
Как неожиданно. Но теперь у меня только пятый Никс, который сейчас заберет легендарный дроп. Конечно же, он ему очень нужен будет, 100 пудов. Ну, надеюсь, этого не случится, я надеюсь, он умрет раньше, чем мы дойдем до легендарного бота. Или вообще у нас случится бой какой-нибудь. Спасать я его точно не собираюсь, вообще никаким образом, потому что, ну... Как он сюда попал? Это, конечно, вопрос. Обидно, что копья сейчас нету. Очень обидно. Так, ну я закидываю. Без копья, конечно, получится не так себе хорошо. Но что есть, то есть. Мы, в принципе, неплохо дамажим. За счет урончика получается нормально. Так, ну, более-менее сойдет на данный момент. Можно сейчас перекусить немножко бревном. Опять у меня зависают кнопочки. Ну, как всегда, идеально. Так, ну тут у нас все пока что хорошо. Поэтому мы бахаем. Конечно, орел дерзкий. Ну, 15-й блеф, как бы из ниоткуда такой. Привет, да, залетает в наш сквад. Как неожиданно, да? Да вообще. Неожиданно, неожиданность. Никса успел зацепить хотя бы. Дерзкий лев, конечно. Тут еще пролескип из ниоткуда. Тоже. Очень приятно, как бы. 15-й уровень тоже. Как неожиданно, да? Ой, как недушно-то, а? Как недушно. Как же недушно. Ну, хотя бы эту я успел убить. Сейчас эту добьем тоже, наверное. А, там можно пройти, отлично. О, даблкил. Красиво, красиво. Ну, вот это бобер, да, такая имбища лютая. Если хотя бы не... 15-й бак. А чё так вас мало, а? Просто 15-й бак из ниоткуда. Как же мне повезло, что у меня сейчас команда адекватная. Видите, вот, ребят, это называется адекватная команда. Ну, по крайней мере, 4 игрока в этой команде. И вот насколько же они жесткие, видите? Вот просто адекватная команда из 4 игроков способна затащить даже одиночек 15-го уровня на изи вообще. Просто шотаем на ходу. Правда, гранатку у меня отжали легендарно. Ну ладно, простим, да, их в этот раз. У меня, в принципе, так фул золото, я не очень особо парюсь по этому поводу. Так, закинем копьем, луком, все дела. Пока что все хорошо. Фух, это было, конечно, эпично. Могли мы проиграть очень... Ах, капканы. Могли мы, говорю, проиграть очень достаточно часто в этом бою. Было много вариантов на поражение. А вот, кстати, лев этот прекрасный, да? А, все, мы его шотнули. Ну, вот такие вот дела, ребят. Это было нечто. Эпично, конечно, было. В команде вообще нереально какие-то игроки попались. Спустя 100 лет, наверное, одна команда адекватно попадается. Кто тут был пятый Никс, не пойми что. Нормально он играл, ненормально, я даже не видел, потому что... Ну, вы сами видели, какие динамичные бои были. Это, конечно, было прекрасно, да. Вот, такое, вот такая победа я люблю. А вот 3 склада, вот... А чё не 4, а? А чё не 4? Подумаешь. 3, 4. Блин, орёл, ты вот... Понимаете, орёл мог приземлиться чуть-чуть правее и не разбивать эту стенку. И у нас сейчас бы было бы преимущество. Конечно, без гранатки тяжело немножко. Так, ну тут у нас золотая гранатка, нужно лутать ее. Ну, можно теперь идти драться. Правда, непонятно, какая же у меня команда по скиллу, по силе. Но урона я сейчас много закину. Прям люто много урона закину. Стеночку поставим, еще одну поставим. Никс уже убегает. Там Брюс еще, ё-моё. Так, надо покушать, наверное, а то сейчас умру. Ой-ой-ой-ой, чё такие дерзкие. Никс где-то тут стоял просто, как он умер, я не знаю. Ну ладно. Или что там вообще было, я просто не понял, откуда там аптечка появилась. Как-то слишком странно все выглядит. Ну, мы победили, это главное. Арморчик залутали. Бочку пока трогать не будем. Фух. Ну, весело, весело был. Веселый такой замесик. Но повезло очень сильно, что там и золотой лук сразу, и копье, и золотая граната была. В отличие от наших противников, у которых, походу, ничего вообще не было. Сочувствуем. В этот раз рандом был на моей стороне. Наконец-то, спустя, не знаю, боев 20. Рандомчик немножко в мою сторону сдвинулся. Наныл. Наныл. Ладно, надо тащить. В идеале, конечно, взять еще хотя бы 1-2 топ-1. Но опять же, бои долгие сейчас, вы видите это, в принципе. Противников много. Поэтому нужно вести себя аккуратно. Просто этот взял и пробежал через весь склад. Офигеть. Блин, немножко промахнулся.
Так, Никса мы закроем. Кенгуру уже убежал. Ну, как бы вот. Такие вот дела. Ну, что-то изи как-то. Не хотят играть вот противники командно. Вообще. Это мои вот эти прошлые сквады, по-любому. По-любому они, это они. Ужас. Ужас, что они творят. Просто разбег... Вот как можно было так? Один тут, один там, один тут, один там, один там. Ну вот. И вот это они так играют. Это их командная игра. Жесть. Назвать такое, конечно, командной игрой было, наверное, слишком перебором. Ну ладно, мы сейчас затащим. Я стопудово в этом уверен. Потому что там остались одиночки. Будет, конечно, не так интересно против них драться, но что есть. Будем драться, как получится. Ну, там уже кого-то убили. Ой, кто-то тут еще бегает. Ну, вот видите, два трупика. Как бы сейчас минус два. Понаставляют своих стенок. Это же даже не мои стенки, понимаете? Это какой-то... Из этих понаставлял просто стенок и все. Бочки, конечно, очень полезные. Не, вообще бочки полезные. Даже очень. Но в этой ситуации сейчас они вообще бесполезны. О, там Никс, я смотрю, хамелеон. Яра бегает. Не, это просто Яра. Хотя, мне кажется, я хамелеона тоже... Ну ладно, все уже умерли, поэтому мы изи победили. Я даже особо не напрягался. Ну, вы видели, тут просто... Мы бегали, а как бы противники ничего не делали. Ну и вот поэтому победа получилась. Не получается мне победить с максимум убийств. Ну давайте еще одну попыточку сделаем. Как говорится, надо открывать сундучки. А, кстати, забыл еще один момент сказать, ребят. У нас событие, которое уже идет. Они опять дату изменили. Ну, короче, идет третий, второй месяц. Они не меняют его. Я не знаю почему, это какой-то странный бред. Просто идет событие, они его не трогают. И выглядит очень, на самом деле, странно. Зачем? Ну, раньше они каждый месяц меняли, да? И плюс 7 дней давали еще на то, чтобы потратить жетоны. А сейчас, как видите, ничего не поменяли. Жетоны те же. В чем прикол, непонятно. Возможно, как раз это говорит о том, что скоро будет новый ивент. Но что-то я сомневаюсь. Ой, как я сомневаюсь в этом. В этих новых ивентах. Хотя они уже готовы, но они как-то криво немножко работают вроде как. В общем, непонятно, что там у разрабов с новыми ивентами, которые должны были выйти в сентябре. Может, они решили не вводить новые ивенты постепенно, а сразу все решили ввести. То есть раньше они говорили, вот мы введем новый ивент. Сначала первая часть будет, потом вторая часть будет. Все дела, там будет жестко, красиво. Но по итогу первую часть не ввели. Она в каком-то тестовом варианте где-то что там находится. Ну и на этом все как бы. Ну ладно, так, немножко тут замес, немножко жесткий. Надо контролировать это все, а то моя команда сейчас там поумирает, нужно идти помогать. Так, бахаем. Бахаем, у нас все хорошо. Ставим стеночки, потому что стеночки — это жизнь. Никса добили, все красиво. Снизу тоже как бы... Понимаете, вот сейчас проблема — это два склада, которые нас окружают. Не дают ничего сделать. Так. Я пока что бахаю как могу. Вы понимаете, сложновато так немножко бахать. Но более-менее сойдет. Сейчас покушаем немножечко. Ну, у меня, видите, пингвин стоит просто в кустах. Ему норм. Так, кушаем стенку еще одну. Пока что на автоатаке поиграем. Так, ну у нас пока что все хорошо. Разваливаем. Тут стеночку поставлю еще одну. Они сейчас себя там поубивают. Надо Тони, кстати, добить. Ну ладно, как-то получилось. Не, ну бобры, конечно, это имба. Имба, если им дать возможность, ну, не трогать их. То, что они просто будут делать, что хотят, это, конечно, слишком жестко. Ух, ну ладно. Мы победили этот сквад. И еще один до этого. Ну, короче, это победа. Ну, в этот раз быстрая победа, потому что сквадов было много. Нам повезло, что они нас не успели зажать. И мы их красиво по очереди развалили. Было эпично, жестко. Вот такое я и люблю. Ну, тут хотя бы опять команда какая-то более-менее адекватно попалась. У нас, кстати, он, смотрите, черепах жесткий был. 13 уровень с ботинком. Ботинок — это, конечно, да. Ну, для чего ботинок черепаху? Если у вас есть первобытный снинг, он нужен. Если нету, то... Ну, я бы уже не рисковал его брать. Потому что залетать, конечно, с ботинком и первобытным инстинктом черепаха — это топово. Вот что я могу сказать. Блин, Никс слишком уворачивается. На тебе, плюху, Никс. Домой. Вот такие вот дела, ребятки. Отражение, конечно, штука классная. И тащит очень жестко, особенно в командных боях против пулеметчиков, которые у нас там, Орел там. Еще кто-то, хамелеончик. Ну, в общем, против них это прям бомбезно работает. И вот дела.
Ребятки, на этом мы закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии по поводу бобра, по поводу ивента. Может, кому-то уже кролик выпал, да, скипи, а может даже и скинчик выпал к нему сразу же. Ну там, скинчик выпадает, а если у вас нет кролика, то вам выпадает еще и кролик. Это, ну, очень круто, я считаю. Особенно, когда у вас, возможно, последний кролик скипи остался из всех персонажей. Это топ. Это все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.